Для подготовки доклада была создана рабочая группа из числа председателей комиссии Общественной палаты. Был подготовлен проект ежегодного доклада, который был утвержден на заседании Совета Общественной палаты 19 марта 2021 года. Прошло первое в этом году заседание Общественной палаты городского округа Щелково. Главной его темой стало утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории округа в 2020-м. После утверждения доклада он направляется в областную общественную палату, администрацию, а также Совет депутатов. В докладе рассказано об основных мероприятиях Общественной палаты, проведенных в прошедшем году, и о корректировках, которые были внесены в связи с пандемией коронавируса. Так, в период самоизоляции особенно важную роль сыграло волонтерское движение. Общественная палата смогла объединить и привлечь волонтеров для поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. У нас состав Общественной палаты изменился, омолодился очень, в общем-то, всего 7 человек из прошлых созывов Общественной палаты. Сегодня средний возраст от 30 до 45 лет, то есть молодой, очень активные ребята и, в общем-то, все члены Общественной палаты, эксперты, консультанты. У нас 15 человек, поэтому на сегодняшний день это такая большая армия из 60 человек. Также на заседании внесли ряд изменений в регламент Общественной палаты, кодекс этики членов и положение о консультантах-экспертах. Необходимость изменений связана прежде всего с преобразованием Щелковского муниципального района в городской округ Щелково. Коллегиально был утвержден образец удостоверения членов Общественной палаты, председателя и заместителей. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.